Привет, ребята, с вами я, Рамис, и мы с вами будем играть в Brawl Stars. И у меня 12904 кубка. Если, конечно, у меня получится, я сегодня буду доходить до, сейчас я вам скажу, 13000 кубков. Ладно, поехали. Ну что, вот мы на карте. Так, поехали. Макс идет, здесь Рико. Короче, меня погубил. А, по-моему, это ждет меня. Ну что, ребят, через одну секунду я сейчас возрождаюсь. Все, спасибо, пацан, спасибо. Так, на, сейчас буду дырять. На не убила. Ну нет, на не убили. Жалко, конечно, Наня, потому что она меня не предала, а я предал. Да ну, Леончик уходит отсюда. Рикошета лучше не здесь, пацаны. Так. Короче, ребят, я умер. Минус ноль. Ладно, так, поехали. Бровол, давайте посмотрим. Давайте поехали. Ну что, начинаем? Поехали. Ага, такая карта. Рико Фолловен. Пик-чут. Тори. Ю, это Эл. Тори. Рико Фолловен. Пик-чут. Видите, какой звук? Рико. Так. Рико Фолловен. Так, набил ульт. Так, все, поехали. Рико Фолловен. Поехали. Не, Фрэк, я знал, что сейчас делать. Хе-хе, гуай! Видели? Вы видели? Фрэк не смог использовать. Рико Фолловен, пик-чут. Ну, сколько? 328 хп. Нас Вова Болоте забивает гол. Ладно. Тоби. Поехали. На. Просто поломал забор, который защищался. Я думал, это я убил. Ладно, поехали дальше. Бум. Он бил, не забил там. Да, я так знал. Так, что увидел на нем? О, нет! Динамайк! Запил! Не, Гил Сноу! Жму лего. Ладно. И бум. Да ну, Динамайк просто санул, ты мне почти убивать. Все, вам конец. Конец, пацаны, сейчас вы увидите, какой у вас конец. Клево. Не ушел. Рико Фолловен. Так, там сражаются пацаны. И еще будет дополняшка. Вау, клево. Так, Тоби, надержи. И Тоби забивает гол. Фух, было жестко. Это было жестко. Ну что, соглашаемся. Так, Гил согласится ли? Нет. Ну что, жара поехала. Так, с нами Карл теперь. Поехали. Не нападай, даже не вздумай. Там Брок же один остался. Да, все. Да, я так знал. Ладно, поехали. Поехали дальше.
Не-не-не, не спеши, не спеши, парень, Мартис. Так, стоим на месте. Когда Рико взлет, Рико фигурит, я говорю. Я так знал. Ну зачем у тебя гаджет, да, Мартис? Это я Мортиса также зову. Мартис. Так, поехали. У меня вот так. Читерская. Так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну. Фу. Изи. Так, 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 так. Да, изи. Смотрите. Шейлу удаляет ультой. Отталкивает. И я прям на удар Фрэнка. Рико половин. На. Все, убили. Поехали. Все. Так, Мартис, не забивай, просто забивай. Не забивай, просто забивай. Что-то интересно. Так, ладно, поехали. Ага, сразу использую туль. Ну, на твое место я попросту не использовал бы. Пацан. 4 хп. Рико фолловен. Пик чуд. Рико фолловен. Все, звоню. Ладно, ребят, поехали. Все. Робот звонит кому-то. Не спешишь, да? Что? Ладно, ребят. Я что-то не понял. О, ребят, это было жестко, как он забил. Не знаю, в принципе, как он забил. Но это, по-моему, невозможно. Как. Это невозможно, не знаю, где войдя. Или возможно все-таки. Возможно или невозможно? Напишите в комментариях. Вот. Ну, по-моему, возможно. Потому что если он так забил, то, знаешь, возможно. Ох, да ладно. Что ж на такие у нас? Джесси АФКшит. Джесси! Все. Так, поехали. Ломаем для прикола. Что ты радуешься, а? Вот что ты радуешься? Чик-чик. Я хотел ударить Джесси. Ладно, поехали. Рамина его зовут. Или же ее. Я не знаю, это мальчик или девочка, по-моему. Но, по-моему, имя похоже на девочку. Ой, зять, мам. Ладно, поехали. Беру коктейльчик. И если сейчас я никого не ударю за коктейль, я просто притащу коктейль, то тут прям так плохо будет, да? О, не-не-не, если у меня был бы гаджет, который... Ага, 10 сила. А, оба 10 сила, а? Смотри, а, ты смотри, а? Так, 10. Ты лучше вступай в бой. Угу. Рамина. Молодец тебе все-таки. Выживаешь. Поехал. Поехали. 12 банок. Убей его, Рамина. Нет! Ладно, я соглашаюсь. Короче, ребят, Рамина не согласилась, по-моему, за то, что я нубас. Ладно, поехали. Бан Робзи? По-моему, это не настоящий, потому что бан Робзи он на английском написал. Или же на азербайджанском, что ли. Вот Робзи, он бан? Робзи, а, еще бан он написал не в скобках, а в кавычках. Как в кавычках? Вот так, да. Ну, в таких квадратненьких скобках. Не-не-не-не-не-не-не, у меня перезарядка. Еще Робзи он написал... Нет! Еще он Робзи написал не так уж.
Еще в бан розы все бойцы 10 силы. Я не такой на вас. Да, ну, надо собрать. Пробуем. Давайте посмотрим. Поехали. Поехали. У нас карта такая. Поехали. Так. El Primo is here. Радуется. El Primo. Шелли. Мортис. Ну зачем? Зачем? Говорю. Наброн. Да ну. Все, три раза, по-моему, попал я. Вообще, зачем я автотачу? Так нельзя автотачить. Нет. Помял забор. Понятно. Нет. Убьют сейчас. Сейчас убьют. Мортис! Что он делает? А, фух. Толь Приму забил. А не Мортис. Так. Со мной кто-то наблюдает. Так. И смотрите. А, ну все равно сбиваем. Это неплохо. Ладно. Я звездный, как всегда. Да. Ладно, поехали дальше. Так, это Али. Ну я нажала уже на беспокоить. Как они могут за мной наблюдать? Ладно, поехали. О, нет. Против ворона. Ну вот. Зачем? А, зачем? Все. Мне здесь с вороном конец. Ха. Тиу. Молодец. Давай. Брал топчик. Да, пацаны, я вам верю. Хоть да. Может быть, ты забьешь? Да. А вот этот вольт. Он зачем-то использует свой ульт. Не знаю, для прикола, что ли. О, убиваю одного, по-моему. Да. Мортис, bring our view. Так. Ай, да, оказывается здесь. Так. Чик-чик. Все. Интересно. Давай. Брал топчик. Ага. Брал топчик. Ладно, давайте возьмем другую карту. Захват кристалла такая, ладно. Ребят, я здесь знал, что делать с Дерилом. Так, возьмем Дерил. Как раз у меня на него квестик. Так. Поехали. Накопить ульт. Это, по-моему, озеро, да? Что-то оно такое зеленоватое. Пау. Изи. Поехали набьем еще один ульт. Но зато у меня ульт. Так. Что я могу теперь сделать? Здесь сделать. Клево. Так, короче, мне надо сделать так. Смотрите. Что я делаю? Так, иди сюда. Прям рядом с булом. Это, в принципе, клевая штуковица. Так. Смотри. Рико фолловен. Да ну! Что ж такое?
И, короче, поехал. Куда ж ты, а, Эмс? Куда? Спешим, да? Нет, не спеши, Эмс мой. Моя Эмс, точнее, она девочка. Да, забыл. Все. Я затащил тупо карточку. Нет, ульта накопить. Убила. Пока, скользь. Пока, смука. Короче, упадем. Поехали. Нет. Нет, убили. Короче, поехали. Не, я ничего не смогу против була. Проиграли, но карта клевая. Давайте еще раз сыграем на этой карте. Так, поехали. Опять не был. Кто сюда возьмет Поко, Смоко? У меня ульта опять. Все. Ассаламу алейкум. Я не смогу. Лучше я не буду брать. Тупо. О, они не забрали что. Так, поехали. Так. Ноу! Так, короче, поехали, забираем кристалл. Сейчас, ребята, смотрите. О, нет, здесь никаких кристаллов нет, оказывается. Дела плохи. Короче, ребят, набираем ульт. И, чтобы... Короче, убиваю одного. Короче, сейчас пойдет. Бум! Так. Ассаламу алейкум! Нет! Фух. Так, ребят, отхилимся, срочно. Красная команда, все, началась. Too bad! Так, короче... Вот. Тюмари, что, теперь не можете, да? Ребят, за это лайк, подписка на канал. Вот просто лайк, подписка на канал. Что, не можете? Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу. Тюмари. Все, поехали. Я не звездный. Короче, пацаны, я ж... Затащил карточку. Зачем мне не звездный? Не пойму. И давайте опять. Мне вообще не понравилось. Здесь вот просто понравилось. Поехали. Так. Забираю кусок сразу. С нами опять фрэнк. С ними точнее. Так, беру опять один кусок. Так. Леон Хамелеон. 10-й силы он. Клево, да, сочинил? Короче, неправильно использовал ульт. Мне еще не повезет. Потому что ульта Фрэнка. Не попала. Или... Что? У мистер Гаджет, я говорю. Убиваю. Я так знал, что я такое. Я не такой же тупой, да, пацаны. Смолчайте, да? Куда же я иду? Обратно? Зачем? Ну зачем? Я думал, что я пойду куда-то туда. Нет. Это Леон Хамелеон.
тащит как чемпион. Так, сейчас подожди. Все нормально. Бум-бум-бум-бум. Они появляются. Они появляются. Сейчас ульту. Юзнут Фрэнк. Фрэнк взяет ульт. Фрэнк взяет ульт. Короче, надо как-то отбиться. Надо как-то отбиться. Леон, я понял, где Леон. Я понял, где он. Короче, меня убивает и все. Джим, изи. Зачем я не нажал ульт? Зачем я не нажал ульт? Ладно, поехали. Все, это была последняя карточка. Ну что, ребят, с вами был я, Рамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!